Всем привет! Сегодня поговорим о таком проекте, как биткоин. Биткоин – это криптовалюта, уходящая корнями в прошлое, принадлежащая. Всегда разработки стремится расширять свои возможности привести к себе. Бетон связан с образом. В последнее время пандемия COVID-19 экстремальным образом изменила мир. И эта ситуация касается плюс мира. Биткоин создан семьей Брис Дегемор, новый упор, который делает по недвижимости. Таким образом, он изначально был напрямую связан с бизнесом, стал криптовалютой номер один в своей области. Когда он достиг этого рубежа, был разработан более крупный план на будущее. Входя на новый уровень, биткоин теперь является токеном, произвольным помочь вам улучшить свой образ жизни, только предлагая различные полей, но и мотивируя вас активно вносить вклад разных способов. Биткоин представляет собой начало нового. Так, проблемы и решения. В контексте, когда даже некоторые из самых популярных токенов не ориентированные на их поля приема. Биткоин уже можно использовать разные способы повседневной жизни. И в будущем он будет продолжить. Вопрос. В наши дни даже самые крупные криптовалюты сосредоточены только на инвестиционной сфере, не принимая во внимание методы их использования в реальной жизни. Однако даже с самого начала биткоины токены связаны с сектором недвижимости. Сегодня его уже можно использовать в качестве платежного средства в многих областях, таких как оздоровительный туризм для многих других физических товаров, их мобильные телефоны и предметы интерьера. Вас ждут новые решения. Один из наших крупнейших проектов – новое мобильное приложение Feedlife. Действительно улучшит вашу жизнь, благодаря своим отличным. Зачем вам это сказать? Помимо того факта, что у вас будет возможность улучшить свой образ жизни, одной из самых захватывающих функций этого приложения является то, что вы начнете выигрывать биткоин. В общем, ты сказал, что хочешь быть жизни. Хочу, чтобы каждый из вас, ну, как видео, пришел сюда, попробовал специально